У жителей многоквартирного дома по улице Генерала Омарова в Каспийске теперь есть газ. Жилое здание было сдано в эксплуатацию 3 года назад. Дом заселен почти на 70%, однако в нем не было ни газа, ни центрального отопления. Его жильцы с просьбой решить проблему обращались в администрацию муниципалитета и прокуратуру, но все безрезультатно. Решить вопрос помог глава Дагестана. Напомню, 2 недели назад в общественную приемную Владимира Путина, где граждан принимал Рамазан Абдулатипов, обратилась Сабира Исрапилова, жительница дома по улице Генерала Омарова. Президент республики вышел на связь с главой Каспийска Джамалудином Омаровым, которому поручили в короткие сроки решить коммунальные проблемы жильцов. Проконтролировать вопрос было поручено заместителю руководителя администрации президента и правительства республики Мусалану Тахманову. Этот вопрос решался в течение долгого времени. 3 года мы ждали решения этого вопроса. И только благодаря участию, внимательности и заботе Рамазана Гаджимурадовича этот вопрос сдвинулся с точки. Буквально через неделю после нашего разговора газ в наших квартирах появился. И сейчас мы ожидаем отопления, централизованного отопления.